Про простое. Два направления простоев мы рассматриваем. Первое очевидное – это оборудование. Это доступность оборудования. Оборудование может работать в календарное время 24 часа в сутки, может быть доступно для эксплуатации, может быть в резерве, то есть в простое. И вот, опять-таки, задача, чтобы снизить ту часть простоев, которая называется аварийный ремонт и плановый ремонт. Но есть простое людей. Специалисты, рабочие профессии, даже руководство, там тоже можно рассматривать простое. Ну и есть показатели, время включения ГАИ, которые показывают, сколько человек занимается непосредственно работой, связанной с оборудованием. Ну и 70% считается прям вот очень-очень хорошим результатом. Мы его нигде не видели в российских компаниях, то есть максимум это, ну, 50, в основном там 10-25. Ну и, собственно, это тоже простое. Поэтому простоев нет. Да, у нас такая миссия, может быть, невыполнимая, но снизить простое до нуля.